Итак, продолжение нашего ремонта. Что у нас получается? Значит, сегодня у нас 23 сентября. На Мтзухе с Куном запарили колеса, но там уже все. Значит, я приобрел бэушную резину. Кстати, по 3000 она мне обошлась. Но не скажу, что это дешево, потому что вместе с пересылом они мне обошлись 10 тысяч, то есть по 5000 диск. Резина здесь мертвая, ну, камера накачанная, посмотрим, разберем. Значит, купил я новую резину 15-ю, перебортировали мы на эти диски, то есть покрасил я их так, чтобы внешне не видно было ржавчину. Значит, два колеса новых нам обошлось 15 120 рублей. Это задняя резина. Передняя. Передняя обошлась 4400. Так, заднее одно мы уже поменяли. Перед полностью поменяли. Диски были у меня мертвые. Я уже знал, что их надо менять. Вот такие. Вот у нас осталось одно заднее колесо поменять. Так. По стойкам. Стойки подошли, все нормально. Поставили мне их. Мне, в принципе, нравится. Стойки намного. Вот сейчас еще закажу задние к мосту раскосы вот эти. И будет, мне кажется, все нормально. Перед потом доделаем. Что хочу сказать, значит, по данному трактору. Я уже зимой как-то его привозили, снимал видео с ремонта. Движок все перебирали. У нас в Твери ЗАО мотор. В общем, отработали мы на нем 50 моточасов. Навернулась помпа. Про помпу я в моторе предупреждал. То есть ставьте либо новую, либо на ваше усмотрение, лишь бы она все ходила. Ну, видать, так поставили. Ладно, 50 моточасов, значит, замена помпы, новую поставили. Ну, естественно, антифриз у нас залит. Дальше, что под движку? Ремонт топливного насоса. 50 моточасов. И все. Оказалось, 4 клапана все сломаны. Не знаю, как такое может быть, как он у нас еще заводился и что-то как бы ездил. Ну, вот так. Сейчас придет мой напарник и будем доделывать. Так что судите сами.